Скажи да. А сказали, не получилось. Да. Он даже очень просто не так воспитывали. Да, скажи. Очень даже воспитывали. И лапочку тянет. Во. Так, и так. Там Тоня бегает. Да, Тоня вообще охотится на всех проходящих. Его носится. А ты будешь стоять на одной ноге с патрума? На плошке, на одной ноге. Пугаешь? Нет, представляете, чтобы его почесали. Вот так. Вот так мне, вот так, вот так мне вот надо так делать. На. Вот так мне надо делать, да? Так. Вот так, да? Вот так надо делать. Так, вот так надо делать. Учит, как надо. А ты бы не кусался, мы бы тебя зачесали. Он Саньку не кусает. Саньке некогда его чесать. Не, Санька его постоянно. Так он сегодня еле у него убрал. Не может убирать этот... Заигрался, разыгрался. Он кусаться с ним не кусается, но он играется. А играется-то он жестко. Mm-hmm. Саня говорит, блин, что такое? Как убирать-то у него? Как убирать у тебя, если ты хулиган? Да, он довольный. Морда стала. Вон какая. Ну, да. Мордаха довольна. Счастлив. Ты чего? Блок гоняешь? Ага, вот так, говорит. Вот и чешите, говорит. Вот мне надо чесать. У него шерсть-то... Вообще нет. Другая. Ну да, у него вообще... Другая шерсть. У тебя шерсть как у волка, четырехцветная. Красивый, очень красивый парень. Если вырастет, еще красивее. Он шикарный. Он просто тогда приехал никакой, так вот он не понять было. А сейчас... Да. Ты очень красивый. Ты один из самых красивых в мире медведей, да. Антонин.